Надо это чифирка заварить. Так. Уже Бля, готовлюсь. нормальный такой чифирок. Где твоя собака? Мне нужно ее погладить. О. Его зовут Трипер. Там кто-то сказал, я лучше свинью поглажу, чем Трипер. Так. Здравствуйте. Хуя ты, блядь, гринго такой зашел. Киану Ривз нам осторожную зигу кидает. Ты видишь на моем лице надпись «Милосердие». Ну давай поможем, он добрый, Киану Ривз. Хоть я и босяк, но я помогу. Смотри, я такой бомж, я решаю его судьбу. Мы без слов решили, знаешь, одним взглядом ему так. Он такой, я думаю, они нам помогут. Защищайте пару. Да блять. Можно я на твоем... пацаны. Подождите. Блядь, дядь, ты вот вообще сейчас... Не да нахуй пошел. Бля, это что за засаженный город? Мы проебали контроль. Да я что говорю, я только сейчас понял, нас же этот типок послал за женой, короче. Ну? Мы, получается, застукали жену с ёбарем, и сейчас жену прикрываем, бля. Ну да. Надо было этого... Я что-то только сейчас вкурил, надо было этого Киану на кол посадить. Надо ёбнуть еды. Ты видишь мой револьвер, как он выглядит? Да. Ладно, потом покажу, сейчас не до этого. Как-то это звучало странно немножко. Я вообще выгляжу как агрессор такой. Где, блять, моя шляпа? Блять. Я думал, что взорвется от тебя. Давай сейчас их убьем, все, ограбим и съебемся. О, нам он баблишко вытащил. Мы уедем в жарку. Это хорошо, он пусть не отвлекается. Да. Чё там, блин? А мне? Сука, опять обделили. Чтоб пошел и повесился. Вот это нормальная тема. А чечи такие. А, типа, как у сварщика? Да. А когда уровень получаешь, вот тот же первый, вот ты как Блять, я коня пизданул кулаком, он мне ответил. У меня, короче, эта хуйня появилась. Смотри, подожди. Как? Жесты. Так, вот. Меня назвали бойлером. Говорит, из вас хороший бойлер бы вышел. Говорит, если у вас есть проблема, вы ее решаете. У вас пушка, у меня черпак. А, из него вышел бы хороший черпак. Да. В армии. Я уже вижу впереди о, засаду. Враги. Подожди, не стреляй, пока они не начали стрелять. Нихера там маяк какой-то горит или что это такое. А чего чьё-то? Ты, блядь, распутную девку повесили. У тебя задание собаку погладить? Да. Это самое важное, что нужно сделать за сегодня. Где твой конь-то? Вон он скачет. Пойдем на ту сторону пока что. Блять, такой барин нахуй на телеге. Я должен пешком ходить, как босяк просто какой-то. Чё-то мне не нравится, что у нас справа люди. Да? Сейчас я им вот так вот, бля. Вот так вот. Па! Хуя тебе, блять, китайский пороховой пистолет. Такой, подумай, подумай, а как пощадить его? А, прицелиться и R. А. В смысле, он чем мне... Будет? Ничего не дал? Ах ты, сука. Ты его ранил или убил? Ебать, сука. Он дропнул две шляпы с себя. Во. Заебись, хорошая шляпа. Хуя ты, блядь, мучачо. Сварил кофе, а в карман положить его нельзя. Ну правильно, ты его что, налить, что ли? Да. Бля, ну ты Серега, конечно. Любитель морить. Я пропустил, если что, видос. Да я не хочу смотреть, как негр там воспевает свою власть. Чтобы стал ты мужиком. Доберитесь до Твин Рокс. Чё там в Твин Роксе? Убить кого-то? Жену какого-то штриха схватили. Надо им помочь. А чё, можно по стелсу как-нибудь их с ножа вырезать?
Там вон, я смотрю, на горе один сидит, отдыхает. Снайпер, снайпер. А ты его не можешь вальнуть? С винтовки? А, не-не-не, есть, 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 есть. Готов. Блять. Я буду, Серега, с револьвера из-под кактуса настреливать. Хорошо. Дай. Сука, ранили нахуй. Сейчас передислотируюсь. Можно было бы с них одежду снять. Какие-то. Какие-то люди, негры в перемешку. Топор в голову всегда решает. А для него есть топор? Для него есть. Там свидетель съёбывает. Погоди, надо это... Где свидетель? Беги за ним, убей, он впереди, глаз красный. Я в розыске. В смысле? Я уже везу его. Да никому он не стуканул, вот он. Да, но мне написано, что розыск. Что бывает со стукачами? Ну-ка, сможешь на ходу попасть? Сможешь? Блять, это не было. Бля, законники! Серега, я труп. Почему я труп таскаю? А, сука. Опять меня унизили. Блять, я в него топор свой кинул. Умерли, как собаки. Такс! Давай. Сука, он. Это не охотничий топор, я не могу им убивать. А ты этого не будешь обдирать, что ли? А, дай-ка. Надо взять. Ботиночки сами на себя не заработают. Меня просто, знаешь, лишили титула, ботинки с меня сняли и бросили в лужи помирать. Поэтому я такой рыжий и злой. Сейчас мы найдем тебе работу. Точнее, заработок. А, во, блять. Че его, схватить? Да я так, наверное, могу кинуть. Успокойся. Надо потушить его. Хуя ты его, блядь, ласкаешь. Ты его связал? Да. Ограбил? Да. Больше он нам не нужен, да. Ничего ты допердел на него. Получается, о, человек. Тоже нож в него кинул. Да. Так, ну-ка, нож что он пусть мне отдаст. Все, я убил его ради 10 центов и кокаиновой жвачки. Ебать, такая горбатая гора. Можно за меня так не держаться, пожалуйста. Такие эти Санчо Панса прискакали. Ух ты, блядь, что тут за... Что тут происходит? О, сюжет. Да я даже не успел прочитать, что... Тут интересно проработать, не как в GTA-шке, что он типа с одним главным героем разговаривает, сразу с двумя. На, ну... Или с четырьмя. Точнее, пытается разговаривать, да, и по глазам понять ответ. Какие нахуй мозги, видишь, я в зимнем костюме хожу. Не, а судя по его колечкам на рукавах, он этот пилот. Я, кстати, вчера тоже вместе с пострижкой хотел себе усишки такие отрастить. Ну сейчас я больше на Джона Марстона похож. А я похож на ведьмочку. А ты на Бильбо похож. Такой, блядь. Пошел, блядь. Рикетир, нахуй, место. О, ярко, как днем. Смотри, вот так вот выходишь из кладбища, ты такой зашел. Здравствуйте. Как уходите, нет, уходите отсюда и не возвращайтесь. А, ну тогда проходите. Раз вы такой же ебанутый. Ну, пойдем в салуне карту прочитаем, посмотрим. Где тут можно присесть? Надо, короче, тпхнуться в Blackwater, судя по всему. Надо на вон тот берег попасть. Берега, берега. А на том берегу... Бля, конь чуть не утонул. Я, если честно, уже попрощался с ним. Это тебе не на Ниве кататься. Бля, тут что-то... Какой-то этот, скала, кричащий конь. Так. Чё тут у нас лежит?
Открываем. Бля. Награда. 0,93 золота.